Всем большой привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Аня, и в этом видео покажу свои покупочки из магазина Fix Price. Покупка вышла у меня на 1800. Пакет большой, еле донесла. Огромный пакет. И, кстати, эти пакеты очень даже хорошо выдерживают. Он у меня не порвался. В отличие от пакетов из Dixie, которые постоянно рвутся, или Пятерочка, Fix Price пакет прям... своей задачей справляется на ура. Ну, давайте посмотрим, что я купила. Повторная моя покупочка. Третий раз уже беру вот такой гель. В пустышках у меня будет это гель. Гель для стирки. Очень нравится аромат. Прекрасно справляется с устранением пятен. Хорошо все отстирывает. Бюджетный, 99 рублей. Всем рекомендую. Очень уж он мне понравился. Еще брала вот такой с ароматом лаванда, еще чего-то там, ну, какой-то цветочный аромат. Но в крайний раз вот все вижу именно вот такой аромат. Тоже неплохой, хороший. Хотела взять две, и тот, и этот, но того не было. В следующий раз еще тот куплю, потому что этот аромат у меня только был. Аромат яблока после стирки и аромат манго во время носки. Ну, во время носки я не замечала, но после стирки, да, яблочком пахнет. Здесь 1 литр 400 миллилитров и, как заявляет производитель, на 28 стирок. Я... честно сказать, не считала, на сколько стирок. Взяла шоколадный Чокопай от фирмы Лотто. Есть Орион Чокопай, это Лотто Фикс Прайс представлено. Шоколадный мне больше нравится. Максюшка любит. Я люблю 6 штучек за 68 рублей по карте Фикс Прайс. И, как видите, уже представлено в новогоднем дизайне. Картиночку прикрепляю. Обычный Чокопай красненький. И этот тоже такой новогодний. В дополнение к подарку тоже можно очень здорово. За 89 рублей купила джем Мистер Рико, манго и груша. Вкусный джем, понравился, но больше, конечно, чувствуется груша. Мне нравится джем Махеев с манго, там прям кусочки манго. Здесь немножко не так, но все равно тоже вкусный, имеет место быть. Состав: сахар, груша, манго, желирующий агент пектин, регулятор кислотности, лимонная кислота, цитрат натрия, цитрат кальция, вода и ароматизаторы. Ну уж, как без них, без ароматизаторов. Махеев нужно, конечно, прочитать, есть там ароматизаторы или нет. За 79 рублей взяла чай «Принцесса Нури» с ароматом бергамота. Муж любит у меня с бергамотом чай, 50 пакетиков, хорошая цена. Не знаю, понравится ему или нет. Посмотрим, он у меня придирчив, муж, к чаю различному. Ему надо что-то подороже, да получше. Ну, вот такой, не знаю, зайдет или нет. Повторная моя покупка. Не перестаю покупать этот освежитель воздуха данной фирмы Goldwind. Очень-очень нравится, и многие его хвалят. На данный момент были такие ароматы в магазине представлены. В магазине такой стоит 110 рублей, в фикс прайсе 77, а по карте фикс прайс 68. Следующая моя покупка, она уже повторная. Вот такие прокладки. Они турецкие, очень мне понравились, и поэтому я снова купила 14 штук. Я взяла на 5 капель, но они ультратонкие, прям тоненькие такие, но большие, длинные, хорошо впитывают. И материал сам, сеточка такая хорошая, приятная к телу, классные. Буду снова покупать и вам рекомендую, если еще не пробовали. 160 рублей по карте Fix Price, без карты около 200 где-то. Но очень выгодно иметь карту Fix Price, если у вас еще ее нет, помимо того, что бонусы копите, еще и будут скидки. Конечно, не на все товары нужно читать на ценниках, но на определенные, на некоторые товары есть такое условие, что с карты дешевле. Подарочные бумажные пакетики всего лишь по 34 рубля. Также действовала цена по карте. 18 на 23 размер. Там еще были белые пакеты со снегирями, с рябиной. Ну, разные были представлены. Я выбрала пока два таких пакетика с елочками. Прокладки Котекс также взяла. 20 штук здесь за 200 рублей. Получается, одна прокладочка 10 рублей. Хорошая цена. До этого я брала ночные Котекс. Сейчас их что-то не вижу в фикс прайсе. Но тоже такие взяла попробовать. Возможно, они мне тоже понравятся, потому что те мне понравились. Синенькие, ночные, большие. Там было 14 штук. Купила такие фигурные новогодние мыльца. Здесь у нас зайчик, где снеговички нарисованы. В виде рукавички. Розовенькая такая варежка, рукавичка. И елочка.
Цена за один кусочек мыла 49 рублей 50 копеек. В прошлом году они были по 29 рублей. А когда только появились, вообще по 25. Я брала и тигренка, еще какие-то были раньше. Вот сейчас такие представлены и уже подорожали. Но в качестве дополнения к подарку очень даже миленько, приятненько будет такой получить. Мыло, кстати, хорошее. Из прошлой линейки брали, нам понравилось. Кусочки 60 грамм. Для сыночка Максюшки своего купила вот такие варежки, миленькие такие, медвежатки. 249 рублей цена варежек. Расцветки были разные представлены. Черные, серые, голубые, розовые, беленькие. Ну, выбрала вот такие коричневые медвежатки. Медведь же коричневый, да? Ну, я взяла коричневый. Для мальчика самое оно. Варежки от 4 до 10 лет. Мягенькие и внутри вот такой мех. Взяла вот такую соль для ванны. Очень выгодная цена. Прям бюджетно получается. 1,5 килограмма. Такой большой объем. Всего лишь за 79 рублей. Крымская соль с ароматом пихты. Взяла попробовать такую. Там есть еще другая соль. 1,5 килограмма. Тоже заявлена как крымская. Я ее до этого брала. Но решила теперь от такого производителя попробовать. Ничего себе. Ну да, тогда этого 1,5 килограмма надолго не хватит. Обычно смотришь, соль 200-300 грамм нужно растворить. А здесь от 500 до килограмма. Ну, килограмм это больно концентрировано. Не буду я разводить килограмм. Думаю, как обычно. Ну или вот если по полкило на 3 раза, тогда хватит. Тогда нормально. Надолго ее не хватит, этого 1,5 килограмма. Подушечки Витьба по 33 рубля. Очень нам нравится. Постоянно берем, кушаем с удовольствием с ребенком. Вкусные, хрустящие и мягенькие в то же время. Нет такого, что старые. Ну вот они тают во рту. Всегда свежие, вкусные. Другие подушечки покупала, бывает, встречаются не очень. Но вот эти всегда вкусные, поэтому снова и снова мы их покупаем. Бенгальские огни лежали на кассе. Они небольшие, здесь всего лишь 6 штук и стоят 68 рублей. Я, конечно, думала, что подешевле, но уже за 50 рублей в фикс-прайсе ничего не найдешь. Наверное, даже 77 они без карты, а по карте мне по 68 вышли. Хотя на рынке я беру каждый год, и там бывает большие по 50 рублей, маленькие по 30. Не знаю, как в этом году будет, но в прошлом году в фиксе все-таки были дороже, чем на рынке. Я говорила, что не буду покупать в фикс-прайсе больше огни бенгальские. Но в итоге на кассе взяла, не подумавши, а потом только про это вспомнила, что они небольшие, всего лишь 6 штук. И получается не очень выгодно, в то время как на рынке от 10 штук в упаковке. Макарошки по очень выгодной цене, 33 рубля. Раньше когда-то 25 они были, 27-29, сейчас 33, все равно тоже хорошая цена, 400 грамм. Беру вот такие спагетти и завитушечки еще такие, и перья еще там есть в магазине. Вот эти вообще 30 вышли, эти по 33, твердые сорта пшеницы и мука категории А. И брала я еще две штучки вот такого арахиса. Арахис хрустящий в корочке бекон, 80 грамм, вкусный арахис, бюджетная цена 27,50. Одну уже муж съел, одну вот показываю. На этом у меня все. На сегодня у меня такие покупочки. Пишите свои комментарии, что вы покупаете в магазине фикс-прайс, что заинтересовало из моей покупки. Пока-пока, до новых встреч!